И к другим темам. Взаимоуважение – залог безопасности. Под таким девизом в последнюю пятницу месяца, 26 января, по всей стране пройдет единый день безопасности дорожного движения. Главной темой выступления правоохранителей станет пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Инспекторы ГАИ в очередной раз напомнят водителям и пешеходам, к чему приводит недисциплинированность и безрассудство на дорогах. Неправильное выполнение обгона и высокая скорость часто приводят к лобовым столкновениям, опрокидываниям и съездом в кювет транспортных средств. В прошлом году в регионе зарегистрировано 39 ДТП, в которых 3 человека погибли и 42 получили травмы различной степени тяжести. 3 аварии произошли по вине нетрезвых водителей. Нередко дорожно-транспортное происшествие происходит на перекрестках. Водителям необходимо помнить, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортных средств, движущийся по второстепенной дороге, должен уступить транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. Кроме того, перед выполнением любого маневра водитель обязан убедиться в безопасности. Многолетняя практика показывает, что именно взаимоуважение, дисциплинированность всех участников дорожного движения, а также терпимое отношение друг к другу – залог безопасности на беспощадной дороге.